Всем добрый день! Как часто вы готовите пикшу? Оказывается, из нее можно приготовить очень вкусное и очень бюджетное блюдо в духовке. Для этого рецепта понадобится разделанная пикша, морковь, лук, немного сыра и майонез. Заранее подготовленные куски пикши выкладываем в форму. У меня здесь последние кусочки, поэтому пришлось сложить даже хвостики. Теперь рыбу солим и посыпаем приправой для рыбы. Пусть она так постоит, пока мы готовим овощную зажарку. Для зажарки натираем морковь на крупной терке, можно две, дальше шинкуем лук. На разогретую сковороду добавляем растительное масло. Выкладываем овощи, и я еще добавлю кусочек сливочного масла, чтобы было вкуснее. Тушим овощи до полуготовности. Овощи в процессе необходимо также посолить. Аккуратно покрываем овощной шубой нашу пикшу. Я выложила все, что у меня было в сковороде. Чем больше овощей, тем вкуснее блюдо. Покрываем блюдо сверху тонким слоем майонеза, отправляем в разогретую духовку при температуре 180 градусов примерно на 25-30 минут. Вынимаем форму из духовки, посыпаем сверху нашу запеканку тертым сыром и возвращаем в духовку еще минут на 10 до того, как сыр расплавится и немножечко подрумянится. Все, пикша в духовке с овощами готова. Очень вкусная, нежная, сочная и так просто готовится. Попробуйте, всем приятного аппетита!